Hello everyone, всем привет! Итак, неожиданно Falling Reverse выпустили переосмысление песни Last Resort. Это песня Papa Roach. Посмотрим, что они сделали. Но для меня это будет, наверное, трудная реакция. Я скажу, почему потом. В общем, перед тем, как смотреть, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. I'm losing my sight, losing my mind.
вот такую версию песни Last Resort. Я объясню, почему для меня это будет очень тяжелая реакция. Потому что у меня это самая любимая песня у Папы Роуч. Я когда ее слушаю, у меня идут всегда мурашки. Я с первых нот мелодии я хочу вместе петь вместе с Джакоби. Здесь я сразу говорю, меня никак не задело. То есть не вызвало никаких эмоций. Я понимаю, что для кого-то будет вау, супер круто. Нет, у меня не было здесь никаких эмоций в плане того, что вроде бы как бы должно быть супер эпично, супер круто, потому что это же Ронни Радки у нас, да? Но не произошло этого. Для меня этого не произошло. Я не прочувствовала тех эмоций, которые передает Джакоби в этой песне Last Resort. Я думаю, что, ну, в принципе, наверное, эту песню тоже можно как-то отнести к Ронни, потому что, если вы знаете текст, там, как бы, не все самое там хорошее, да? И, по идее, как бы, Ронни бы тоже должен это передать нам, но этого не получилось у меня, именно лично для меня. Я не знаю, как у остальных, но во мне ничего не отозвалось. Да, круто снят клип. Ну, мы уже видели такие клипы у него до этого. Ну, как-то вот мне чего-то не хватает именно от Falling Reverse. Мелодия, она глубокая, но здесь надо еще какое-то прям вот что-то, чтобы было вот так вот. Чтобы ты сидел вот так в ожидании чуда, в ожидании, что произойдет вот-вот, и какой-то прям супер толчок в мелодию был, чтобы прям ты сказал, да, круто, у меня побежали мурашки. Здесь нет. Не знаю, правда, можете со мной не соглашаться, у всех свое мнение, но у меня вот так, как бы, да, Ронни тут и пытался как бы надрывно петь, но нет, не произошло, не получилось. Ну, немножечко не фартануло в этот раз у него. А я ни в коем случае не говорю, что Ронни как там что-то супер плохо делает, нет, в этот раз у меня не отозвалось именно в этой песне. Другие я там слушаю Папа Монстра, вот там это круто, да, было он сделал. Сейчас, ну, в принципе, мы уже такое видели. И как бы что-то хочется также, что-то новое. И в мелодии, и в клипах, и, ну, что-то немножко перестроить надо, Ронни. Не знаю. В общем, вот так. Честно, я бы, наверное, поставила 3-3.5, может даже 4. Ну, не больше, правда. Вот, честно, хотелось бы, конечно, получше. Ну, в общем, вот такие были мои мысли. Не знаю, согласитесь вы с ними или нет, но, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это все очень важно. И спасибо вам большое за просмотр. Также, если вам хотите поддержать мои финансы, то в описании есть ссылки. И также подписывайтесь на YouTube, на Яндекс.Зен, Бусти, Патреон, это все очень важно. И подписывайтесь на социальные сети и на Телеграм. Ну, а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Bye-bye.